Около 5000 человек спасли за последние сутки с заснеженных трасс Жамбылской области. Из них 181 ребенок. В пункты обогрева доставили 65 человек. Спасательные операции продолжаются в Курдайском, Шуйском и Жуалынском районах области. Ветер в регионе уже стих, но ранее порывы достигали 45 метров в секунду и шел мокрый снег. В результате урагана в Шуйском районе оборваны линии электропередачи и повалены опорные столбы. Без электричества остались 9000 абонентов из 32 населенных пунктов Курдайского, Шуйского, Майынкумского и Сарысуйского районов области. Ведутся ремонтно-восстановительные работы. Задействовано 171 человек, 76 единиц специальной техники. На блокпостах выставлены наряды полиции. Организована линия экстренной помощи при департаменте по чрезвычайным ситуациям Жамбылской области. В Курдайском, Шуйском районах дополнительно создаются 9 тепловых пунктов на 825 мест. На сегодняшний день в 6 тепловых пунктах у нас размещены 1883 человека, где оказывается вся помощь.